Привет, друзья, это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко. За окном декабрь, близится всеми любимый долгожданный праздник Новый год, а значит уже сейчас наступает пора выбора подарков. Многие ломают голову, что же подарить своим родным и близким, и сегодня мы решили предложить вам один очень оригинальный вариант подарка. Это замечательный крохотный инструмент, который называется укулеле. Секрет популярности этого инструмента в том, что он чрезвычайно прост в освоении, на нем могут играть как дети, так и взрослые, так и профессионалы. Ну а благодаря своим компактным размером его можно взять с собой абсолютно везде, никогда неизвестно, где вас настигнет вдохновение. Давайте сегодня рассмотрим несколько интересных моделей, которые, на наш взгляд, заслуживают отдельного внимания. Готовы? Поехали! Итак, первый инструмент, о котором я хочу вам сегодня рассказать, это укулеле от словенской компании Flight. Модель называется TUS-35 и выполнена она в миниатюрном корпусе сопрано и относится к серии Treble, которая отличается своими особыми материалами. Верхняя дека выполнена из древесины, а вот корпус и гриф сделаны из пластика. Благодаря такому решению инструмент звучит очень ярко и, что самое главное, совершенно невосприимчив к перепадам температуры и влажности, а значит, его можно взять с собой абсолютно в любую погоду. Это укулеле подойдет как детям, так и взрослым, которые любят путешествовать. Кстати, в комплекте с ней идет тонкий чехол из водоотталкивающей ткани. Давайте послушаем, как она звучит. Многие дают предпочтение ярким и цветным укулеле, однако производители в основном уделяют внимание дизайну в укулеле сопрано. Среди концертов таких вариантов значительно меньше, однако в руках у меня сейчас как раз таки такой инструмент, называется он Ortega Roussan, имеет корпус из дерева окумы и окрашен вот в такой очень яркий и веселый желтый цвет. Это укулеле относится к серии Earth, в этой же линейке есть еще три модели, Ru Forest, она имеет зеленый цвет, Ru Laguna голубой и Ru Ocean насыщенный синий цвет. Вокруг корпуса инструмента предусмотрена защитная пластиковая окантовка, которая защищает корпус от механических повреждений. Гриф сделан из махагони с накладкой из ореха, а за строй отвечают литые колки. Чехол, к сожалению, с этим инструментом не предусмотрен, однако его всегда можно докупить, также подобрать специально под цвет корпуса. Ortega Roussan отлично подойдет для тех, кто ищет не просто сувенир, а именно инструмент для полноценных занятий. Давайте сейчас послушаем, как звучит Ortega Roussan. Следующее укулеле, которое мы рассмотрим, называется Flight Sophia из серии Princess. Друзья, только посмотрите на нее, она действительно заслуживает своего королевского титула. Верхняя дека выполнена из массива ели, благодаря чему инструмент звучит очень объемно и насыщенно. Нижняя дека и обечайка выполнены из ореха, гриф из окумы с накладкой из амаранта. Корпус имеет глянцевое покрытие, что придает инструменту особый шарм. Верхние и нижние порожки выполнены из натуральной кости, которая обеспечивает безупречную интонацию по всему грифу, а за строй отвечают такие прекрасные позолоченные колки. Завершают великолепный образ инструмента высококачественные струны японского производства, которые имеют нестандартный темно-коричневый оттенок. Ну и также в комплекте с укулеле идет очень плотный утепленный фирменный чехол, который обеспечивает безопасную транспортировку инструмента. Эта модель станет отличным подарком как для искушенных музыкантов, так и для тех, кто ценит качество и стиль. Thank you.
В каталоге на нашем сайте представлено более 250 различных моделей укулеле. Конечно же, все мы их рассмотреть не можем, но сегодня мы показали вам самые популярные, которые пользуются большим спросом. Друзья, если у вас остались вопросы, обязательно напишите их в комментариях, мы с радостью на них ответим. Ну и, естественно, поздравляю вас с наступающими праздниками, с наступающим Рождеством и Новым годом. Пусть Новый год принесет вам только позитивные яркие эмоции и хорошую музыку. До встречи на канале Music Market. Пока!